В Твери в районе речного вокзала возле торгового центра «Заволжский» появится еще одна дополнительная остановка общественного транспорта. Для того, чтобы разгрузить дорожное движение в направлении от нового моста, принято решение сделать отдельную остановку для автобусов, которые поворачивают на улицу Горького. Одной из причин затора на данном участке не раз являлся тот факт, что автобусам нужно перестраиваться от остановочных пунктов в среднюю и левую полосы движения, чтобы повернуть налево. Для автобусов, которые следуют прямо по Комсомольскому проспекту или поворачивают в сторону моста через Тверцу, все останется без перемен. А вот те, кто везет пассажиров на улицу Горького, будут останавливаться и высаживать их только после поворота. С 21 августа на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Горького будет введена новая схема расположения остановочных павильонов. Для тех пассажиров, которые будут передвигаться по улице Горького в направлении улицы Благоева, остановочный павильон переносится с Комсомольского проспекта к магазину, расположенному на пересечении улицы Горького и Комсомольского проспекта, так называемый магазин «Шайба». Для движения в направлении улицы Туполева остановка будет располагаться в том же месте, возле фонтана. Кроме этого, для маршрутов, которые двигаются по Комсомольскому проспекту в прямом направлении в сторону бульвара Шмидта, остановка останется на старом месте.